Чемпионат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по настольному теннису проходит 6-й год подряд. На этот раз он собрал в Бресте спортсменов-любителей из разных уголков страны. Но состязание лишь часть масштабной спартакиады, которая ежегодно проходит среди работников ведомства. Данная спартакиада включает в себя 7 видов спорта на данный момент Государственного комитета и, наверное, объединяет 200-300 человек. Вот. И данное соревнование является трамплином для подготовки наших спортсменов и участия потом в соревнованиях ФСО ЗИЛА. Проведение большой спартакиады под эгидой Государственного комитета судебных экспертиз способствует сплочению коллективов и позволяет экспертам из разных регионов пообщаться в неформальной обстановке. Но все же с каждым годом конкуренция среди спортсменов становится все серьезнее, ведь ничто так не закаляет характер, как соперничество с достойным оппонентом. Участники волнуются, и это понятно. Каждый стремится представить свой регион на максимально высоком уровне. Доля волнения присутствует, однако каждому участнику необходимо с волнением справиться, потому что если волнение будет переполнять нас, то, я думаю, результата особо никого не будет. Так что наша задача собраться и показать результат. По итогам чемпионата призовые места распределились следующим образом. Первое место одержала команда управления по Минской области. Также на пьедестале победителя оказались команды Гомельской области и Центрального аппарата.